Так. Ну, какой продукт внутри вводится? Ясно, что техника трудоемкая, но без больших затрат труда ничего толкового не получится просто никогда. А уж в тушевом рисунке тем более. Вы знаете, что немножко? Вот на всех черепах всегда клык имеет достаточно крупную альвеолу, а это значит на поверхности черепа здесь выступ. И вот посмотри, теневая полоска вот так уходящая, и вот сюда, вот сквозь руку. Вот у тебя пока не получилось вот этот выступ клыка, здесь тоже как сюда тень. Достаточно. А сейчас посмотрите. Видите, ну верно ли будет решение взять и оставить вот этот участок совсем светлым? Нет. Неверно. Но работать надо очень аккуратненько. Значит. Вот здесь густая тень или не густая, там, где я накладываю? Не густая. Не густая, конечно. Это продолжение вот этой теневой области, поверхностного, небольшой участок. Сгущение тени вот так сделано, чтобы было понятно, откуда она взялась. Так. А теперь от этого района еще вот что у нас было.
Ну, как положишь, мы здесь густые темноводные? Нет. Нет, конечно. Но если их не наложить, то форма свода черепа так и останется совсем непонятной. Как видите, даже очень редко стоящие точки очень активно играют в игру, формируя объем. Вот я сделал одну половинку, да? А теперь будете пробовать сами делать вторую. Смотрите, здесь я довел эту зону тени до вашей вот этой линии замыкающей и сделал плавный медленный переход. Ну, с височной областью мы позже с вами сделаем. Давайте попробуйте вот эту часть сами. Хорошо. Сейчас очень аккуратно. Ну, чуть-чуть. Вот просто форма глазницы, передняя стеночка. Блин, что-то. Просто у тебя сразу начинается очень яркой полосой. Так. А там не такое начало. Здесь не вызовано образуется. Вот у нас самое так. Ну и, пожалуй, усилил бы эффект этого ребра. Для того, чтобы ребро лучше воспринималось, просто достаточно плотную зону вот сюда приблизь, и ребро будет казаться. Ну там оно не такое сильное ребро. Ну, здесь я его сведу на нет, если считаешь. Ну вообще, ты знаешь, на самом деле автор это как любой творец. Бог царь, отец того, что он создал. Так что если считаешь, что ребра дальше такого острова нет, классно. Будем считать, что его нет. Тогда посмотрим. А вот на этом участке ребра тоже нет? Нет, там есть, но мне... Угу. А как его показать? Вполне можно показать сейчас. Добавить здесь. Не убирать уже стоящую точку. А просто добавить. И возникнут ребра. Вот так.
Ну, я думаю, теперь все убедились, что ничего невозможного, ничего фантастического в слушевых техниках нет. Вот скажи честно, когда я вам первый раз показывал слушевую работу ваших предшественников, вам приходило в голову, что вы так же будете рисовать? Нет. А посмотрите, что у вас получается. Не так же. Ну, не так же. Так же ни у кого и никогда не было. Неплохие результаты, я так это назвал. Аккуратненько размазываешь. Но нельзя стирать свежие душевые точки, ни в коем случае. Нельзя спешить с тушью. Так, а теперь смотри. Вот самый вот этот кончик, ну, во-первых, ты его делаешь совсем острым. Он острый или не острый? Ну, во-первых, потому что вот здесь, вот, конечно, на выполнение, вот здесь на очень маленьком участке. Но сделают вот плотненько ковырями, вот таким треугольником. И у тебя сразу на плотничный поднимется. Вот смотри, на самом деле, когда работаешь тушью, всегда проверяй себя на нескольких расстояниях. Ну, смотри, сам ты верил, что так получится? Не верил. А получается? Ну. Только спешить не надо. Вот этой внешней теме. Так. Ну, попробуй работать внутри глазницы. Вы знаете, что немножко чёрно? Вот на всех черепах всегда клык имеет достаточно крупную альвеолу, а это значит на поверхности черепа здесь выступ. И вот посмотри, теневая полоска вот так уходящая, и вот сюда, вот склон выгоду. Вот у тебя пока не получилось вот этот выступ клыка. Здесь тоже так сюда тень.
Достаточно. А сейчас посмотрите. Видите, ну верное будет решение взять и оставить вот этот участок совсем светлым. Нет. Неверно. Но работать надо очень аккуратненько. Вот здесь густая тень или не густая, там, где я накладываю? Не густая. Не густая, конечно. Это продолжение вот этой теневой области, поэтому небольшой участок сгущения тени вот так делаю, чтобы было понятно, откуда она взялась. Так. А теперь от этого района еще вот что у нас было. Ну а как по-вашему, здесь идут густые тени на годы? Нет. Нет, конечно. Но если их не наложить, то форма свода черепа так и останется совсем непонятной. Как видите, даже очень редко стоящие точки, очень активно играют в игру, сформируя объемы. Вот я сделал одну половинку, да? А теперь будете пробовать сами делать вторую. Довел эту зону тени до вашей вот этой линии замыкающей и сделал плавный медленный переход. Вот. Ну, с височной областью вот мы позже с вами сделаем. Давайте попробуйте вот эту часть сами. Хорошо. Сейчас очень аккуратно. Ну, чуть-чуть. Вот просто форма глазницы, передняя стеночка. Блин, что-то. Просто у тебя сразу начинается очень яркой полосой. Так. А там не такое начало. Здесь теневая зона образуется. Вот так у нас вот так. Ну и, пожалуй, усилил бы эффект этого ребра.
для того, чтобы ребро лучше воспринималось, просто достаточно плотную зону вот сюда приблизь, и ребро будет казаться. Там оно не такое сильное ребро. Здесь я его сведу на нет, если считаешь. Ну, вообще, ты знаешь, на самом деле, автор – это как любой творец. Бог, царь, отец того, что он создал. Так что, если считаешь, что ребра дальше такого острова нет, классно. Будем считать, что его нет. Тогда посмотрим. А вот на этом участке ребра тоже нет. Не, ну там есть, но мне, ну... А как его показать? Вполне можно показать сейчас. Добавить здесь. Не убирать уже стоящие точки, а просто добавить. И возникнут ребра. Ну, я думаю, теперь все убедились, что ничего невозможного, ничего фантастического в душевых техниках нет. Вот скажи честно, когда я первый раз показывал душевые работы ваших предшественников, вам приходило в голову, что вы так же будете рисовать? Нет. А посмотрите, что у вас получается. Не так же. Ну, не так же. Так же ни у кого и никогда не было. Неплохие результаты, я так это назвал. Аккуратненько размажешь. Но нельзя стирать свежие душевые точки, ни в коем случае. Нельзя спешить с тушью. Так, а теперь смотри. Вот самый вот этот кончик, ну, во-первых, ты его делаешь совсем острым. Он острый или не острый? Ну, во-первых, потому что вот здесь, вот, конечно, на выполнение, вот здесь на очень маленьком участке. Но сделают вот в одним пучковыми, вот таким треугольником. И у тебя сразу на плазничный поднимется. Вот смотри, на самом деле, когда работаешь тушью, всегда проверяй себя на нескольких расстояниях. Ну, смотри, сам ты верил, что так получится? Не верил. А получается? Ну. Только спешить не надо. Потихонечку завершаем. А то, что я говорил, что результат меня вполне устраивает, это никакая не есть. Я расшла в большое количество рисующего и неуверенного в себе народа насмотрелся.